мужество, дало прийти отвагу участвовать. А я думал, нет, нет! И в данный момент хочу выразить огромнейшую благодарность Яна в лице руководителя по Ямалинскому округу Якимова. Ну, вы знаете, что ни один турнир не проходит без спонсорства, поэтому тоже надо им сказать большое спасибо. Это Мякота Игорь, Мэн Джеймс, Салон Персон, ему аплодисменты. Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, что прийдя долго не затерпит, сегодня еще готовить. И ничем себе не отказывайте вас. Сегодня, я так думаю, тяжелый день. Давайте поаплодируем и скоро увидим. Ну и, конечно же, без почета. 17 лет! Вес 65 килограммов. Рост 170 сантиметров. Вид спорта. Синьо Карате, чемпиона, вы готовы? Тогда слово предоставляется непосредственно. Пожали руки. Запрещаются удары по затылку, глаза, в пах, по позвоночнику. В партере запрещаются удары локтем сверху, предплечьем мозгу. Понятно? Капка. Подождите. Ой! Давай! Спокойно работай. Спокойно. Держи, аккуратно. Давай, добивай. Серия. Работай, шоу. Помолчи. Ноги. Женя, ноги на поясницу закидывай. Держи, Дергай, аккуратно работай, Руки, ноги. Давай. Борьбу не надо, чисто со стойки работай. Не стой. Не жди, ну подойди. Да не стой, работай, сам работай. Работай первые 10 секунд. Руками работай! Ближе! Руками держи! Отходи!
начинать работать. Хорошо. Хорошо, давай. Женя, проваливается, смотри, проваливается. Итак, вы все это видели. И сейчас мы узнаем, кто же победил. Бой был хорош. Итак, победил у нас... Евгений! Один вопрос. Не сложно ли судить? Комарчук Геннадий. Ему 23 года. Вес 78 килограммов. Вид спорта смешанные единоборства. Город Ноябрь. Тренер Сягимов Вячеслав Николаевич. Встречайте! Сверху запрещено. Предплечье можно. Нет? Все понятно. Разошлись. Он отбил вообще капитально.
Да. И правда, ты сейчас выиграл, по очкам ты сейчас выиграл. Вот только боролся. Хорошо, но работай! Не Итак, сейчас мы узнаем официальную версию, кто у нас победил. Евгений Баринов! Без церемонии награждения! Запрещены удары на затылок. Понятно? Не спеши, не спеши! Недавно провожу свой второй бой. Просто интересно, всю жизнь занимался спортом, одним боксом. Потом со временем пошел на карате. Подвернулась возможность участвовать. 22 декабря первый бой был. Также сам выиграл досрочно. И вот сейчас вышел на уровень области. Также сам выиграл досрочно удушающим. Как сегодня прошел бой? Как вы оцениваете? Что получилось, что ли? Соперник был достойный, очень достойный. Не слабых. Получилось так. Это спорт. Раз ему повезет, раз мне повезет. Сегодня повезло мне. А за счет чего вы победили сегодня? Мне кажется, за счет веркости, ловкости. И, само собой, техники. Но он сейчас остался, да? Да. Была сдача. Удушающий прием. Захватил, начал задушить. Ну как сами же себя калечите, в крови стоите? Не больно же, наверное? Ничего страшного. Это приятная кровь. Так, да. Во втором. Ага. Ну, расскажите, у вас как прошел бой, на ваш взгляд? Ну, я был достаточно спокоен, сосредоточен, не волновался, не нервничал. Просто вышел, сделал то, что умею, все. То есть нокаутировали соперника? Угу. А
как так получилось? Почему? Ну и сам не ожидал, что так получится. Вот, получилось само по себе как-то. Ну а вы почему сделали выбор в пользу? Ну, я с детства занимаюсь единоборствами и решил сделать шаг вперед на новый уровень. Вот. Вышло удачно. А давно занимаетесь? Где тренируетесь? Ну, я с детства, с 11 лет занимаюсь. Начал заниматься с карате, вот сейчас занимаюсь смешанными единоборствами. Понятно. Что здесь главное? Вот именно здесь, что главное? Главное, что здесь? Даже не знаю, что сказать. Здесь есть какие-то правила? Или действительно правила нет? Ну, вообще, основных правил таких нету. Просто меньше травматизма и все. Как можно меньше травматизма. А как это меньше травматизма, если вы друг друга калечите? Глаза, пах, спину не трогать. Такие серьезные травмы не наносить, и все. В основном правил нету. Ну, вот что чувствуете, когда выходите вот просто на эту битву в кровь? Ну, поначалу волнение было, так как я первый раз выступал вот так вот. Было немного волнительно. А сейчас уже, думаю, нормально. В дальнейшем буду продолжать. Думаю, достигну каких-нибудь результатов. Какие дальше ваши планы спортивные? Ну, я думаю, продолжать дальше также выступать и постараться выйти на еще более высокий уровень. То есть выезжать? Да. Спасибо. Какая вообще отличная. А где Серёгич? Я его не вижу. Да, его не пропустили. Следующий профессиональный бой. Весовая категория 65 килограммов. Боец из Надыма. Встречаем! Александрович, встречаем! По затылку удары запрещены, по позвоночнику пах запрещены, понятно? Локоть не работает, парни, понятно, капает? Бой! Держи, Саш, держи его. Не дай ему работать. Не дай ему работать. Давай, колени, попошка. Давай, Сань. Сверху, лазь на него. Колени работай, Серега. Давай, Саша, залазь на него. Все, прижми. Маунт ему, покажи его.
Работай, работай по голове, по коже, работай, расщепляй. Саша, давай, давай, сам. Руки виши. Корпус работай, корпус голову. Саша, сам давай. Верши, корпус голову. Давай, давай, отжимайся от него, отжимайся. Работай. Давай, Саша. Не дай ему голову. Много не пей.
Удары по позвоночнику, по затылку, в пах запрещены. Парни, локтем не работает. Понятно? Капает. Разошлись. Руки мои,
Пускай марш! Давай, 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 давай
Парень, рубака, не слушай, типа, у меня уже дыхалка уже сильно. А ты молодец, руками работаешь. Чего не слушаешь, что говорит? Там и ручек локтя можно было сделать. Я хотел сделать, но я просто стойкий молодец у него сделал. В следующий раз нормально. Молодец, спасибо. На борьбу потянуть. Ты победил. Отвечаю. Ты победил. Так что, ты выбери. Ух ты. Скажите, пожалуйста, я слышала, вы чемпион Динамо по боксу, правда? Да. Давно занимаетесь? 6 лет. И чисто боксом? Да, ну как бы перешел на рукопашку, потом мой тренер и брат мой. Ну, как бы хотелось более чуть-чуть мощного. Знаете, как другого эффекта хотел почувствовать. Слушайте, ну что у вас красивых парней тянет? Вы же себя убиваете. Ну а что делать? По подъездам не шляться же. Надо спортом увлекаться и быть сильным человеком. Но это же не спорт, это же на убийство похоже. Ну и что? Настоящий мужчина на этом это и показывает себя. А для чего конкретно? Вот вам в чем помогает? Ну, как бы для себя интерес. Люблю увлекаться спортом. А что может быть интересного в том, что вы друг друга мучите? Ну, это уже спортивный... Ну, это спортивный интерес. Друг у друга проявляется. Дух, самое главное, дух это и все. Ну скажите про этот бой. Вот я слышал, и там кричали все вам. На самом деле боксеру надо было один раз четко попасть, и он бы ушел. Правда? Правда. А просто не получилось? Ну как бы пересуетился уже, как бы не хватало этого чего-то мне. А борьба... Ну это мое первое соревнование. В следующих получится уже. Первое в смысле? В качестве? Боев без правил, да. Первый раз, да. Ну, у вас хорошие такой, да? Все поддерживают, говорят, результат. Ну, это все мои друзья. Да соперник такой не слабый. Вас, да, не слабый, достойный соперник. Я уважаю его сейчас сильно после этого боя. Ага. Достойный соперник. Ну, после этого боя до первого не передумали? Бокс? Нет, до конца. Давницу будет. А почему еще, скажите, вот борьба в партере, собственно, по большей части прошла? Почему? Ну, он как бы он вольник, как он говорил, там сказали этого мастера спорта, у него по вольной борьбе опыта больше, чем у меня, из-за этого у меня партер тянул. А так, если первый раунд в стойке, если бы он не был борцом, то я бы нормально показал. Ну, ничего, первое соревнование, это ничего не решает. Самое главное, не сдался, и до конца выступал. Целых 3 раунда продержался. Это большой опыт идет. Понятно. Удачи вам. Спасибо вам большое. Оцените бой, что получилось, что нет, как вообще? Спасибо. Ну, бой сложился успешно, нормально все. Первый раунд прошел хорошо, в конце первого раунда сломал руку. Последующие 2 раунда пришлось продолжать с травмой. Было тяжело, так как бить не мог, пришлось как бы выиграть аккуратно, технично, тянуть время и все такое. Вот. Ну, так в целом продержался, нормально. Боец тоже хороший, молодой, с характером. Скажите, вот он боксер, как с боксерами вообще? Ну, как бы я изначально просил, чтобы мне соперника подобрали боксера. Как бы борцам удобнее немножко, они ноги не контролируют, борьбу не знают. Как бы. Ну, весь акцент я ставил на борьбу. Как бы, ну, в принципе, тем, чем я занимаюсь всю жизнь. Вот. А всю жизнь это сколько? Ну, примерно лет 17 уже занимаюсь греко-римской борьбой. Понятно. А сколько на вашем счету побед, поражений? Ну, в смешанных единоборствах я участвую впервые. Вот. Так что это мой первый бой. Вот. Удачный. Все, спасибо, удачи вам. Спасибо. Лет, рост 176. 20 лет, рост 176 сантиметров, вес 70. Хотелось бы отметить, что этот бой является тоже будет чемпионом мира, потому что шанс открывается сегодня. Сила победит! Вы готовы? Я приглашаю сюда! Право вы знаете, но я вам напомню. На затылок разошлись. Давай сюда! Лучше! Бой! Давай сюда!
номером работать. Спокойно. Подходи, подходи. И прошел. Первый номер. Сам работай. Сам работай. Подними. Джабриил. Свое, свое, испанчик, давай, давай. Руку, руку, нахуй, нас кем, давай. Кинь левую, левую кинь. Молодец, давай. Ислам, дергай. Ислам, дергай. Выдираем рыб, ребята, давайте, Александр, помогите немножечко, потому что рыб не дает. Дергай. Боковой, боковой. Дерни, дерни. Молодец, молодец. Вот, не дергай, дергай, сокращай, Дерни, пошел, дерни, пошел. Пошел. Давай, 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 давай. Слам, дергай. Смотри, умереть в глаза. Смотри, Ламус, да? Слушай, слушай, слушай!
руками, руками, работай, работай! Давай, давай, давай! Спасибо! Держи, молодец! Капель, ты капель! Там твой, давай, держи! Уважаемые, вы еще думаете?
Очень горячий, серьезный ног, как говорится в спорте, это спорт. И еще раз аплодисменты, это спортсмен, молодцы ребята! Сейчас, извините, пожалуйста. Доча, ты видишь, что я разговариваю? Подожди минуточку. Все. Потише, пожалуйста. Что это за мероприятие? Как правильно называется? Федерация ММА. Это непосредственно бои без правил. Скажем так, сегодня вот вы его наглядно увидели. Очень все было интересно, познавательно, скажем так. Приглашаем всех молодых людей в спорт. Как бы он нас действительно он увлекательный. Как бы надеемся, что следующий турнир мы в нашем городе проведем буквально через полгода. Были в этот раз у нас присутствовали спортсмены из Тюмени, Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко. Город Ноябрьск, клуб Донской, непосредственно я его являюсь руководителем. И Вячеслава Якимова, организация федерации непосредственно боев без правил. Но я такого раньше не помню. Вообще у нас первые соревнования или я что-то путаю? Первый турнир у нас прошел в Тюмени. Это было буквально в декабре месяце, как бы. На Ямале это первый турнир, у нас как бы в Ноябрьске, да, это первый турнир такого рода. Сколько всего участников было? Было 9 боев. 9 боев было, один бой был любительский, другой профессиональный. Так, хорошо. А вообще, вот, правильно, бои без правил. Я понимаю, правила это все-таки есть. Не, ну, правила, конечно, они в любом случае есть, и они предусмотрены. Уставом, спортивным уставом, как бы правила они есть и существуют. Обозначать, как бы их перечислять. Не все, но вот самые основные. Какие правила? Самое главное, здесь нельзя давить на глаза. Это единственный момент. Как бы удары локтями по позвоночнику, по шее, ну и так далее. В партере, как бы локтем тоже запрещено работать. По корпусу. Ну как на ваш взгляд? Первый, не первый, но Ноябрьск. Как получилось? Я думаю, прошло просто замечательно. Как бы места бы нам побольше, чтобы люди как бы более было у людей все это более комфортно. Так, а так в целом прошло все хорошо. Самый яркий бой на вас был? Ну, яркий бой, я скажу, это которые были выступали мои бойцы, скажем так, это в любом случае он для меня был все равно ярким. Ну а так бой вечера, это вот наш был последний бой, где бился Ислам, как бы мы все за него болели и он победил. Скажем так, мы все очень сильно довольны.